I've been kicking it with my homies, stupid's half past four. He rolling the blunt and I'm sitting there thinking about how life gets old. Sometimes all I really wanna do is disappear in a cloud of black smoke, then reappear like Houdini with no feelings, no feelings to show. When I got these chains, got these rusty chains around my ankles, and on the other end I see Satan pulling me as I dangle down, down into the unknown abyss, and I'm wishing I could just come back one more time so I can settle shit, but I can't. So jump on in the fire, it's great. So many motherfuckers told me I would end up in this lake, floating and I'm in the mirror into my Glock and then to my brain. But shouts out to Alex Crowley, your writing is keeping me sane. Как занимался я? У меня сегодня что я его, в общем-то, сделал. Присяг 2 подхлога по 25 раз, турник 2 подхлога по 25 раз и поднятие своего веса 2 подхлога по 25 раз. И на сегодня как бы уже и все. Уже, в принципе, домой чапаю. Сейчас там, как обычно, стандартная процедура: душ, регенеративный сон, ну а там буговый. Ну это по плану, на плане ж можете как обычно пойти через жопу и вообще можно. Сейчас это по-другому будет, ну душ 200%. Вот. Так что такое? Буговый ногам. Что за жесть, я очень достал. Я подмечу лица, потому что 1500 рублей я не могу войти. Я уже вхожу. Короче, встретимся, будем попозже. А вот если вот этот? Макдональдса можно взять. А, кстати, да, можно. Лайфхаки более дефицитные. Нам сюда? А, да. У вас кеш, да? Да. Да. А, он не работает. Ай, блин, кеш, где я с каской на лысо чуть не упал. А, да. Я, блин, не работаю. Ты не снимаешь. Просто тут не работает. А тут работает, да? Да. Окей. Авария. Дискотека. Да. Короче, да. А тут наличка, да? Да. Запорожец твой? Да. Интересно, когда я отхожу от мусора с этим. Вот тогда смотрю туда, вот на камеру. И бесный вкус. Бесный вкус. Чувак, как ходите к мусорке, что копей говорить, капец их вкус. Жесть. Вот смотри, какая у меня еще прическа была. Такая. О, кроп. Да, кроп. Классно? Да, нормально, кстати. Кроп. Укроп. 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 Дима, выключишь, пока мы есть еще, да? Вот. А зачем выключать? Мы есть укропы.
Да вы камеру выключи, если что. Сейчас? Когда посчитаешь, ты же снимаешь. А, ну я понял. Если говорить про континент, там русских, Польша, понимаешь? Понимающих. Русскоязычных. А в Клуже... Да ну не, я не думаю, что... Хотя какая разница, я вообще не понимаю русский, японский. Да я не думаю, что кто-то из украинцев слушает Макана. Из украинцев? Я думаю, много слушает. Макана сейчас очень много людей. На Мияги, может быть, я пошел. Кстати, у них трек Эмболы вышел, Супер Бойс. Да? Да. А? Еще не слышал. Посмотри. Это они бразил-функ перемешали с чем-то. С его стилем. Ибо я не могу объяснить, что это за жанр. А еще, Коля, я начну снимать, когда Андрей там тоже там свое доснимет. Шоки начну снимать. Ну, Коля хотел еще что снять там. А при чем? Мы ему шорты снимаем для... мотивашки. А при чем то, что я снимаю влог, потому что Коля снимает шорты. Что он делает, ё-моё? Хз. Это же самое, что и Дима. Только у меня это лучше получилось. Вот идите. Что там по трекам? Ну, можно включить вот это, если рекламы не будет, что естественно у меня включилось на колонке. Зато АП не будет у Андрея. Что оно и так будет? Чё? Говорю, оно и так будет. Чмей, я типа кем еще. Ну, и тем, которые работают. Вот здесь, например, сидят целый день. Ну, мне кажется, ночью охранять намного интереснее, чем днем среди тех проголес. Ты мне мамику. И все. Не видел ничего. А все, да, мама? Да. А ночью ты сам себе в путь хозяин. Это хотим походить по всему Юльницу, прикинь. Ходишь, никого нема. Зашел, мак пахал. Захотел на лифте покатался. Захотел в игрушки поиграл. Тебе никто мешать не будет. Да. А, у меня что-то нога поболела. Он бухлицо взял, сигаретки взял, вышел, попупал, покурил. Прекрасная работа. Зараз. Все-таки приехали мы на автобусе пол дороги. И пол дороги мы все идти пешком, но есть проблема. Дождь. Как вы уже могли заметить, идет дождь. Ну придется помокнуть немного. Потому что как бы ну. А что? Другого выбора нема. Ну ничего, в принципе, не сахар, не растаю, да? Лето на улице еще пока что. Поэтому, надо же было в лето мне постригать на мокре. В принципе, вот этим я сейчас и занимаюсь. Мокну лето мне постригать. Как я велосипед крутить. Бимбовая, вы чё? Что? Бимбовая же, вы чё? Ну пойдет по пиво. Да? Это которая в очках. А. Не, реально курят. А кто не курит? Сейчас АП дадут Андрею. Да. А может и нет. Че шумить? Здесь отражение на очках не видно.
Что за ремейк? Не знаю. Трек знаю. Что ты делаешь, Дима? Включу камеру для разнообразия. И что, ты будешь снимать пист? Да? Что, Андрей? Ничего. Бачка тоже неплохая. На, хава. Бачка тоже неплохая. Нормально, он там... Я бы посмотрел, но меня будет видно на очках отражение. Я знаю, как это работает. У нее какие уши. Я хочу взять территорию на колено. Нахуя? Я, конечно, извиняюсь, а в рот никто взять не хочет. Думаю, так и будет. У него как и спросят. Школьники сегодня сдавали не экзамен, на Киев. Пару грамм. Пару грамм кокса. Вкусно. Всех, кто спрашивал, куда пропал Дима, он спылся и снюхался. Наркоманом алкоголь. Давайте найдем место, где это можем заснять. Да, надо найти место хорошее. Сейчас будем снимать Колю контент. А можно там нам? Отдайте мне руки помыть. Вася, что ли, руки пах? Я видел такой туалет в ТикТоке. Там, короче... Start.